А теперь поднимите руки там сзади. Кто знает, кто такой Курт Кобейн? Кто? Молодцы. Так, а в какой группе он пел? Нирвана! А ну тогда давайте послушаем юного Курта Кобейна. И на сцену выходит Даниил Лермонтов. Я думаю, что Курт Кобейн померк бы по сравнению с ним. Да и подержу. Так, только с какой стороны? С этой стороны? Джим Петерсон. Да, все, исправились. Зас. Мне очень хочется родителями познакомиться, если честно. Они есть? Есть. А где они? А, вот мама. Мама, ты молодец. Мама, ты просто супер. У тебя замечательные дети. И очень талантливые. Это во всем твоя заслуга, мама. И папа, ну, конечно, тоже. Так, любимая группа. Нирвана. Ну так. Кто бы сомневался. Сколько песен ты ее уже умеешь играть на гитаре, петь? Это да, только одну. Ну, это только начало. Так. Это самая любимая. Это просто самая любимая. Это самая любимая. Класс еще раз. Девятый перехожу. Девчонки. Молодец. Молодец! 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 И...